В Пекине, городе, который так буквально задыхается, сегодня введен предпоследний оранжевый уровень опасности. Результаты экологического мониторинга зафиксировали рекордное содержание опасных микрочастиц в воздухе, превышение в 20 раз. Это уже и воздухом-то назвать сложно. Едкая смесь может буквально убить. Репортаж Марины Чайки. Экологическая катастрофа. Небо и земля сливаются на горизонте в одно белое полотно. В Пекине городской ландшафт практически неразличим. Небоскребы, деревья, мосты буквально исчезают в туманной мгле. Видимость меньше 50 метров. На дорогах серьезные аварии. В газетах и на телеканалах предупреждения. Лучше оставайтесь дома. Я знаю, что смог очень вреден. Но что я могу сделать? Боюсь, конечно, но у меня нет выхода. Надо идти на работу, кормить семью. Уровень вредных веществ в воздухе в десятки раз превышает норму. К выбросам с многочисленных фабрик, к автомобильным выхлопам зимой добавился дым от угольных печей. Несмотря на заявление властей о повсеместной газификации, углем здесь до сих пор топят жилые дома. Этот удушающий смог оставляет следы. Буквально за считанные часы окна домов покрываются пылью. Или вот машина еще утром была в мойке, а после обеда вся в какой-то непонятной саже. Глядя на это, страшно подумать, что же остается у нас в легких и чем вообще мы дышим. В больнице вызывают дополнительные медицинские бригады. Ожидается наплыв пациентов с обострением заболеваний органов дыхания. Это, безусловно, становится причиной проблем с легкими. Когда смог усиливается, моя дочка кашляет. Она не может нормально дышать. Всего лишь 3 года назад китайские власти признали, смог в Китае – это серьезная проблема. До этого ее масштаб старались не замечать. Откровением стал документальный фильм «Под куполом». Расследование местных журналистов шокировало китайцев. Кроме прочего, выяснилось, в промышленных регионах Поднебесной растут поколения детей, которые никогда не видели Луну и звезды. Смог там постоянно. В центральном правительстве знают, что изменение климата или загрязнение воздуха – это вопрос не только экологии или здоровья общества. Это наносит вред экономике. Поэтому, я думаю, в правительстве и хотели бы что-то изменить, но их намерений недостаточно. Официальный Пекин объявил всеобщую борьбу со смогом. Под горячую руку попали даже открытые кафе-шашлычные. Мол, дым из жаровин тоже опасен. Впрочем, экологи считают, если даже сократить токсичные выбросы до минимума, содержание вредных частиц в воздухе в Китае достигнет мировых экологических стандартов. Лишь к 2030 году. Марина Чайка, Владимир Жевский, Мария Михневич, Первый канал, Китай.